Здравствуйте, продолжаем разговор. У нас Светлана Обручкова. Будем вас немного допрашивать. С удовольствием. Скажите, все-таки в современных реалиях, да, что нужно потребителю, как изменился рынок? А рынок красоты или рынок ритейла? Рынок красоты, а потом мы перейдем к рынку ритейла. Рынок красоты в России меняется очень быстро. И особенно изменился темп роста различных категорий. Россия очень известна доминацией мейкапа, это категории макияж, но на самом деле самый быстро растущий сегмент – это сегмент ухода за кожей лица. Он растет двузначными темпами роста и через несколько лет будет категорией номер один в каналах продажи красоты. И вот говоря о таких изменениях, чтобы все-таки достучаться до потребителя, да, как изменились отношения с сетями? В первую очередь, мы раньше были очень сильно клиентоориентированы, но на сегодняшний день мы понимаем, что происходит некая концентрация на рынке, и очень важно иметь хорошие продуктивные взаимоотношения с самыми большими игроками. И «Магнит», в частности, является одним из них. Поэтому наша основная задача быть не просто клиентоориентированным, а понимать, какие есть потребности у потребителя, как меняются каналы продаж, и также как меняется спрос и какие есть тренды у консюмеров. И вот я вам приводила пример в категории ухода за кожей, и мы являемся одним из производителей, у которых очень сильно развиты инновации, и есть, например, предложение, это маски для лица, это, наверное, сейчас около 40% роста в этой категории контрибьютируют маски для лица. Говоря о прошедшем, нескольких месяцах, да, может быть, год, один из самых удачных кейсов, который был реализован в вашей компании. Супер кейс, мы очень рады им поделиться. Это продукт бренда Elsev, L'Oréal Paris, называется «Длина мечты». Для юных покупательниц, у которых длинные волосы, которые помогают сохранить последние 3 сантиметра, не отстригать. Очень удачный запуск с июля этого месяца. Прекрасные продажи, мы очень хорошо его поддержали. «Магнит» поддержал нас, он залистил, да, разместил этот продукт у себя на полках, и мы показали ударные темпы роста и доли рынка. И забегая вперед, планы на следующий год, что планируете вы? У нас очень большие планы. Очень много запусков, но также наши основные приоритеты в развитии канала, мы называем его мини-маркеты, супермаркеты, где «Магнит» является очень большим игроком. И для нас также важен не просто «Магнит», но и «Магнит Косметик». Это очень важный сегмент нашего рынка, поэтому мы будем все основные лончи развивать с «Магнитом» там. Вот представим, что сейчас там «Магнит». Что бы вы спросили у «Магнита»? Что мы можем сделать еще для вас, для того, чтобы расти вместе двузначными темпами? И мы желаем вам расти вместе с «Магнитом» и быть на одной волне. Спасибо вам большое.